В год 60-летия Одинцовской детской школы искусств «Классика» в культурно-спортивном центре «Мечта» открылась выставка лучших работ учащихся художественного отделения школы. Эти ребята в дальнейшем собираются продолжить обучение в сфере искусства. Здесь представлены работы академического плана, то есть таких дисциплин: рисунок, живопись, композиция, станковая. То, чем дети занимаются непосредственно на уроках в нашей школе. Дарье 15. Ее натюрморт стал частью общей с двумя одноклассниками работы, которую они выполнили гуашью. Идея этой работы была в том, что нужно было нарисовать фрагмент от натюрморта. Мы искали эскизы очень много с разных точек. Вот эта работа, например, она не моя, но она была сделана с очень высокой точки. Моя сделана снизу, то есть я сидела на полу. А вот это с обычного ракурса, как сидит за натюрмортом. Станислав учится в выпускном классе художественной школы. Свой вечерний пейзаж юноша написал по летнему деревенскому эскизу. Я вдохновился тем, что во время написания, когда я там сидел, там часто выводили коз, чтобы они там поели, погуляли. И там была бабушка, которая интересовалась моей работой. Вот меня вдохновила вот эта прогулка коз. В конкретном случае они вот здесь вот прогулились, но решил сделать так, чтобы они как бы выходили возле меня. Виктории 17. На суд зрителей выставлен поясной портрет, выполненный художницей с натуры. Это моя подруга, я ее привела. Рисовали мы ее около 3 уроков. Много сил было потрачено на нее. Зато красиво вышло. Оценить творчество юных одинцовских художников можно по 15 декабря. Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».